Я тебя как-нибудь возьму в Гранд-отель. Мы там иногда с Моисеем Михайловичем ужинаем. Мишка, ты увидишь, какие бывают женщины. Девушка должна быть красивой, стильно одетой. Причёсанной. Накрашенной. Веселой. И смелой. Женщину надо ошеломить. Дядя, я вас вообще не понимаю. Вот вам это не нужна, мне она абсолютно не нужна. Я ради тебя стараюсь. Она не должна мешать твоему таланту. Она совершенно не мешает твоему таланту.